я проиграл. Понял. Надо в центр зайти. Ничего не поделаешь, ты проиграл. Мы можем сыграть снова в любое время, когда ты захочешь. А loser, сам ты loser, слышишь, loser? Всем привет, с вами Бояра. Продолжаем, точнее, скорее всего, наверное, уже заканчиваем Forgotten Hills Tales. Это у нас пятая серия The Left Behind. Это, то есть, оставленный позади или что-то такое. А ты не забывай подписываться на канал, ставь лайк, комментируй, обязательно нажимай колокольчик. И, короче, поехали. Приехал я с рыбалки. С рыбалки поехал. Кто сидит в сервере Discord, это я там фотку кидал. Ух, рыбы наловил, короче, куча. Поэтому дел еще куча. Давайте посмотрим, с чем это идет. Я смотрел... Меня зовут Пол Фрейзер. После полудня я играл со своим другом Элвином, когда мы решили срезать путь домой. Именно тогда плохой человек схватил нас и увез прочь. Он заставил нас носить полосатые рубашки и отвел нас в странное место, где были другие дети, одетые как мы. Вчера были слышны странные звуки, и менеджер был очень зол. Потом они перевели меня на новое место. С тех пор я не видел других детей. Они сбежали? Другого шанса у меня не будет. Мне тоже нужно попытаться сбежать. Хорошо, короче, мне в комментариях писали, что все вот эти вот истории — это предыстории к разным частям Forgotten Tales. Вот это вот предыстория к этим Disillusion, которые мы еще не проходили, обязательно пройдем. Там предыстория к этим Мементосам, Керентосам, ко всему, короче, есть предыстория, поэтому посмотрим. Итак, это Египет. Бог Ра, Осирис, не знаю, не знаю. О, блин. А, ну понятно, их надо будет расставить, где-то найдем эту подсказку. Перо прекрасно, зачем? Чем павлинье перо? Так, статуи, тут ничего не понятно пока. А, и что? Ну тут что-то не хватает. Ну конечно. Где-то нужно найти эту подсказку. А, вот это легко, это я понял, это смотри. Сокол, псина, скоробей, бабёнка и великан какой-то, я не знаю. Давай. Сокол, псина, бабёнка — это не бабёнка, это бог Ара, или как Ара получается, да? Всё? Вот так. Вот так же. А, вот бабёнка. Ну? Вот! Ну. Кстати, что со светом? Что за перебой с светом? Здравствуйте, товарищ. Не знаю, кто тут. У него усы, короче, посмотри. А, ну тут явно чего-то не хватает. Тут прям как пить, да, чего-то не хватает. Сразу проверяю, чтобы, знаешь, не возвращаться здесь. Я, короче, смотрел хронометраж. Тут очень длинная серия должна получиться. Очень длинная серия. То есть где-то что-то хватает. А как? Где? Перо? Кому перо дать? А, вон куда надо. Ой, так, нам нужно три скоробея найти. Хорошо, это крокодил, не помню, как бога зовут. Папирус с изображением ритуала взвешивания души, которое в Древнем Египте отождествлялось сердцем. Для того, чтобы войти в царство мертвых, сердце человека должно было быть легким, как перышко. Я понял, куда? Куда-то надо это перо положить. А что это пугает меня? Так, это крокодил. Я серьезно не знаю, как... Легенды Насора какого-то. Легенда о Насоре. Это история двух братьев Насора и Сибака. Они оба были из скромных семей, однако их мирное существование прекратилось, когда старший из братьев Насор влюбился и женился на красивой и богатой Нафире, завладев ее огромным богатством. Молодой и честолюбивый Сибак, ослепленный ревностью, убил своего брата, а после его мумификации расчленил мумию и спрятал ее части по всему Египту. Так, мы тут мумию будем собирать, короче, походу, да? Ой, мы сейчас призовем эту мумию, это как фильм «Мумия», опасная штука.
Тибаку удалось обманом соблазнить и покорить Нафиру, но он женился на ней через несколько дней после исчезновения своего брата, унаследовав его богатство. Нафира, все еще глубоко влюбленная в Насора, попросила помощи у богини Исиды, которая провозгласила, что только когда все части мумии Насора будут собраны, Анубис вернет его к жизни и досвершится его месть и восстановится порядок вещей. Я говорю, надо собрать мумию. Так, перышко куда-то надо положить. Хорошо, а сюда надо сердце, короче. Где-то надо найти. Вот, кстати, символы. Я надеюсь, их не надо записывать. Очень много комнат. Так, это какая-то подсказка. А редкая находка, неповрежденная и прекрасно сохранившаяся мумия, относящаяся к периоду Древнего Царства. Скорее всего, принадлежит одному из жрецов Гора. Гор — это бог войны, по-моему. Какой-то страшный. О, это музыкальная загадка. И чего-то не хватает. Ну, конечно. Как много загадок и как мало ответов. Жуть просто. Здорово. Это вот какой-то Гор, ему ключ надо. Что-то тут набрать надо водички. Тут, кстати, еще в каждом двери есть символы. Это надо будет, скорее всего, все запоминать. Нужен золотой ключ. Здравствуйте, молодой человек. Вы кто, хозяин музея? Ты знаешь, что не можешь выйти. Мне дали очень конкретное задание. Никто не входит и не выходит, пока это крыло не будет официально открыто. Даже если мне очень скучно, я хотел бы найти, чем себя занять. Да выпусти меня, мне не скучно. Ясно. Отстань. Сокровища Египта. Добро пожаловать в совершенно новый раздел музея, посвященный славе Древнего Египта. Здесь можно полюбоваться богатой коллекцией подлинных находок, среди которых папирусы, статуи и части загадочной мумии, которая предположительно относится к Третьей династии. Профессор Фадиль Салах проведет тебя через все великолепия и захватывающие тайны этой чарующей цивилизации. Ну да, это, короче, Forgotten Hills. Disillusion, с которым мы еще не играли, там про музей я, в принципе, видел. Видел... Но это именно про него. Так, значит, где-то нам что-то хватает. Давайте понимать, где нам что хватает. Блин, вот это вот так-то бы зарисовать на самом деле. То есть два крыла как-то вверх. Я не знаю, зачем. Два крыла как-то вот так. Потом два крыла вот так. И два крыла вот так вот. Где-то наверняка это надо использовать. Только пока непонятно где. Опа-па-па-па. Не берется. Очень много загадок. Колоссальное количество загадок. Не хватает, естественно. Тут мы... Не хватает. Не хватает, хорошо. Тут тоже не хватает. Конечно, не хватает. А где что-то будет хватать? Тут когда-нибудь что-нибудь где-нибудь будет хватать или нет? Я не понимаю. Так, а тут хватает. Обезьяна, мумия, собака, черепаха. Обезьяна, мумия, черепаха, собака. Где это может быть? А, ну-ка, погоди. Черепаха. Это по статуям, да? Ну да. Так, смотри, чувак. Черепаха, мумия и собака. Чувак, черепаха, мумия. А где мумия? Собак. Так, хорошо, я понял. Это еще и по комнатам надо распределить. Посмотри. В первой чувак, во второй черепаха, в третьей мумия, в четвертой ничего, в пятой ничего, в шестой чувак. Блин, тут еще какие-то значки. А что так сложно?
Даже вот так. А, вот как это... Понял. Подожди, стой. Я понял. Смотри. Птица с... черепаха. А где черепаха? Так, чувак, это вверх и влево. Вот чувак, это вот этот. Вот это было сложно, кстати. Это было сложно, серьезно. Так, чувак у нас вот здесь должен быть. Я просто... Типа, будем считать, что я сфоткал эту... Так, черепаха это чуть влево и чуть вправо. Чуть влево. Вот эта черепаха должна быть. Ой, как вас еще поменять-то всех? Нет, зачем ты так ходишь? Так, все, черепаху поставили. Обезьяна вот эта, куда она должна быть? Обезьяна должна быть... Блин, а кто из них обезьяна? Обезьяна вот может вот эта. Вправо-вправо. Блин, ну это реально какая-то обезьяна. Мне кажется, вот это и есть обезьяна. Давай чувака, чувак. Чувак, тут есть просто чувак. Просто чувак это вверх и влево. Ну вот это чувак. Так, хорошо. Птица это влево-влево. Птица это влево-влево. Вот я понял. Вот, хорошо. Ну, от сердца я знаю уже куда. Я вот эти штучки не заметил на самом деле. Загадка несложная, просто надо было немножечко... Я на самом деле думал по этим статуям думать. Вот весы надо взвесить, сердце как перышко, прекрасно. Цветочек, heavy, heartably, hearted, окей. Тяжелое сердце, короче. Цветок лотоса и монета. Монета это какому-то божеству надо подать монету. Какому? Какому божеству мы можем подать монету? Логично. Ключ отдавай. А где закрытая дверь? Вот это. Нет. Где-то должна быть закрытая дверь, возможно, вот это. Нет. Еще где-то была закрытая дверь. Так, чувак, это выход, да? Нет. Где-то должна... Была еще, была где-то вот здесь закрытая дверь. Ага, вот она. Прекрасно. Это... О, это Осирис. Тина. Деревянная статуя, покрытая черной смолой с украшениями из золота, кальцита и обсидианта, изображение Анубиса, бога мумификации, проводника мертвых, загробной жизни, защитника умерших. Где монету надо? Нет. Ну, здесь мумию, наверное, собирать будем. Это я понял. Это в самом начале она. Это, смотри, это вот отсюда. Так, цветок. Цветок, змея с солнцем, скарабей и глаз. Окей, хорошо. Это было более чем несложно. Так, вот так. Нет, скарабей это вот сюда. Здесь солнце со змеей, ага. И глаз. Хорошо. Сам своим можешь не верить, но око Ра не подведет. Прекрасно. Воу. Да. Ясно. Теперь еще ходить нужно и вот так вот осматривать все комнаты. Охренеть можно. Это я знаю где. Смотри. Анг. Два меча. Завитулька. И крендель. Это для статуи справа. Сразу осматриваем везде все. Это вот сюда. Анг. Нет, завитулька сюда. Тайный проход нашли со сфинксом. Здравствуйте, сфинкс. Ты загадки будешь загадывать? Отдай ногу. Спасибо.
Часть мумии, найденная в руинах императорского дворца, находилась в древесине одной из колонн. Похоже, была частью мумии легендарного Нассора. Так, давай, Сфинкс, только загадки несложные. Чтобы получить мифического скарабея, будь готов совершить плохой поступок. Ищи сосуды с мертвецами сверху и сзади. Один из них немедленно окажется перед твоими глазами. Ищи сосуды с мертвецами сверху и сзади. Спасибо! Один из них немедленно окажется перед твоими глазами. Вообще ни о чем мне это не говорит. Ну, это, короче, этот демон из Фэststepса, который сидел у нас в машине, вурдалак. Ну, тут еще какие-то символы. Я не знаю, на самом деле их надо угадывать или нет. Давайте везде посмотрим. Глаз Осириса. Зачем? Ну, давай я нарисую. Ну, глаз, допустим. Я не знаю, зачем, но я его нарисовал. А тут что интересно. Скарабей, стой! Хорошо. Вау. Рука. Ой. Пальцы, сердце, глаза и мозг. Это зачем-то мне нужно знать или нет? Так, красного жука я знаю, куда поставить. Красного жука, это вот сюда поставить надо. Прекрасно. О, это я тоже знаю, это вот сюда. Блин, сколько тут ходов. Так, смотри. Змея, пеликан, цветок. Змея, пеликан, цветок. Хорошо, дальше. А змея-то хоть? Да, змея, пеликан с ногой. Нет, пеликан с ногой нужен. Так, дальше. Глаз, кувшин с пеликаном и мечи. Глаз. Вот эти мечи сюда. Блин. Не-не-не-не-не, стой, не то делаешь. Глаз, кувшин с птицей, вот это сюда надо. Так, хорошо. Кувшин с цветком, ангх. Так, кувшин с цветком. Вот так. Так, что не так опять? Где-то что-то не так. Вот эти две птицы, да, наоборот надо? Да, эти две птицы наоборот надо. Куда-то вставить надо и папирус. Папирус. Папирус с какой-то картой. Ангх надо было вставить куда-то. Куда-то надо было ангх вставить. Вот сюда. Нет. Куда-то надо ангх вставить. Это как бы понятно. Бедать. Это какие-то пацаны. Они были в какой-то серии, тоже мы эти маски вот так вот туда-сюда передвигали. А тут кто у нас в мумии? Здорово! Как дела? Все хорошо? Я тут так мимоходом прохожу. Нет, не пугайтесь. Ясно, колесо. Ну, это значок человечка, то есть оно никак не влияет. В принципе, можно это не учитывать, я надеюсь. Что у нас? Ну, еще бы нам показало, что тут, конечно же. Так, а ты, может, страшный какой-нибудь? Конечно, ты же мумия! Ну, я даже не... Я не удивлен. Я не удивлен, что это самый главный противник мумия, которого надо будет убить и сбежать. Это было уже в какой-то
Красавчик, кстати, ты посмотри, как... Ну, красиво, красиво. Блин, а можно я вот так вот сделаю? На всякий случай, знаешь, так... Да, вам не видно просто. А, куда вставить анг? Нам нужен анг вставить. Так, что у нас есть? У нас есть какая-то карта. Нога. Кстати, ногу может быть вставить вот сюда в мумию. Сюда. Нет. А, вот, да. Хорошо. Ну, здесь все части мумии надо собрать, я так полагаю. Еще монетку ведь надо куда-то деть. Но монетка — это подношение для кого-то. Для кого? Вот тебе. Прекрасно. Чтобы что-то найти, посмотреть возле мумии нужно тебе. Возле мумии. Вот возле мумии. Ах ты! Он, короче, подсказки дает. Ой, хорошо как. То есть он говорит, куда идти. И там мы это делаем, получаем скоробея. Это что, игровая доска? С кем? С кем поиграть надо? С тобой? С кем-то поиграть надо. Так, еще одна загадка, да? То, что ты ищешь, ты найдешь прямо сейчас. Если ты не ослеп, вспомни только где и когда первый порог ты пересек. Самое начало надо идти. Вот здесь был первый порог. Ага. Спасибо. Битлбастерс, убийца жуков. Че нога? Нога Вирта. Сейчас будем воскрешать этого... Как его там? Хайна Касадос. Кто знает, тот знает. Хорошо. Дальше что? Карта. Вот что дает карта, я вот не понимаю. А, это музыкальная шкатулка. Понял. Это же ее... Как можно было не догадаться? Это же обычная музыкальная шкатулка. Где она? Не помню. Вот она. Так, смотрим. Час. Час. Так. Потом здесь. Вот так. Сюда. И на 10 часов тоже такая же. Ах ты, ё-моё. Подожди, её надо сперва повернуть еще. Да? Что такое? Подожди, надо её как-то повернуть сперва. Ну, по 3 штуки, да? Раз, два, три. Нет, смотри, не по 3, нифига. А где у нас по 4 штуки? Как сложно. А тут нет 4 нигде. То есть видишь, раз, два... А, нет, смотри, раз, два, три. Хорошо, давай дальше пойдем. На 7 часов первое, на 7 часов первое... На 8 часов вторая. На 5 часов вторая. На 4 часа первая. На 3 часа третья. И все. Правильно. Почему? Какая-то египетская музыка? Я не знаю такой музыки совершенно. Вот монетка, кстати.
Это я забираю. Тут что? А, это... Понял. Ага. Нифига не так. Это надо все совсем соединить, я так полагаю. А как? Допустим, вот это вот как-то... Вот так. Это вот так. Это вот так. Ай, что ты делаешь? Сразу. Это сюда. Пустим это сюда. Да. Это сюда. А, вот уже не подходит, потому что нам вот эту как-то надо загнать сюда. Это мы тут надолго. Давай три максимум, давай их три, все, больше не надо. Остановись, игра, прекращай. Больше не надо. Хватит, хватит, хватит! Столько, сколько их еще будет? 5, 10, 30, 40. Это не сложно, это просто долго. Так, это сразу не подходит, потому что синяя вот так вот пойдет. Так. Так, сейчас понять надо, как красную догнать. Но синяя в любом случае так, потому что здесь некуда больше. Кстати, возможно, да, смотри-ка ты, вот это вот может быть вот так. А, я тут не перейду, черный. Если желтое сюда пущено. Блин, не получается. Теперь черное никак не выходит. А, вот как. Это... Да! Да. Вот так. Можно красную брать. Серую сюда. Красная вот так пошла. Все, все, хватит, 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 не надо больше, не надо. Все, я выиграл, игра, я тебя понял, я понял тебя, как делать. Успокойся, пожалуйста, хватит. Ну, допустим, сперва все соединяем. Вот это в любом случае вот так. Ну, скорее всего. Потому что сюда нет смысла ничего ставить. Ой, это, кстати, легче. Чё? Ни хрена не легче. А, да, легче. Просто красную мы вот пока убираем. О, нифига. Вот это желтое мешает. То есть, если я красную пускаю вот сюда, то мне зеленый перекрыт вход. А, да, да.
Это проще, это проще, чем на самом деле кажется. Где-то был такой символ, я понял, это тут что? Так, тебя надо в кого-то переодеть. Кого? Я... У меня есть все? Так, всего три варианта. Нет, четыре. Пять. Пять вариантов. Нужно кого-то составить правильного. Но пока непонятно кого. Ладно, опустим это пока. О, здорово. Это кто? Закрыто, тут опять этот волчара сидит. Так, ну я знаю сейчас, куда поставить этот анг, во-первых. Анг это вот, нет, анг это куда вот. Да, блин, куда анг? Анг нужен сфинксу. Сфинкс у нас в секретной комнате вот здесь. А, тело надо еще поставить. Тело поставить. Это вот. И вот эта штучка, это вот где-то был такой стол. Стол с кнопочками. Вот он. Так, змея, бык, змея. Амулет, глаз. Змея, бык, змея, амулет, глаз. И что? Ну я знал про этот глаз, и что? Ох ты как. Это поменялось. Змея, бык, змея, амулет, глаз. То есть это еще раз будет работать, да? А, вот. Так, нам надо, смотри, сделать челика. Чел. С крестиком в правой руке и с пипидастром в левой. И он такой в тоге. Ну, вроде запомнил, не знаю, сейчас посмотрим. Это нам надо кому? Это нам надо вот сюда. Так, челика. Челик. Вот, челик. С крестиком в руке все правильно. Но у него должен быть пипидастр. Пипидастр это, короче, такая виходка, с помощью которой в тоге. Как нет? Пидастер это, короче, чтобы пыль убирать. А как нет-то? Челик с крестиком. А. Хорошо. Надо было нажимать кнопку. Рука. Так, нам остается, получается, еще одна рука. Это мы к Анубису идем. Я опять забыл, где Анубис. А, да отстань ты. А, путает то, что очень... А, спасибо. Путает то, что очень много экранов переходных. То есть очень нужно пере... В смысле? А еще где-то дверь была закрыта? А. Что мне это должно дать? Игра? Что мне это должно дать? А, посмотреть на тебя надо. Новый знак. Так, цветок, змея. Ой, длинный. Цветок, змея. А, амулет. Глаз, цветок, бык. Сейчас главное все это запомнить. Ну и там должны, наверное, ключ дать. Так, смотри. Цветок, змея, амулет, глаз, цветок, бык. Хорошо. Сейчас что покажешь? Что-то изменилось? Так, сейчас нужно сделать петуха. Так, петух в такой квадратной тоге и с калачиком в руке. Так, это нам куда надо? Это куда надо? Это вот нам сюда надо. А монетки-то у меня нет больше? Эй!
А где взять монетку? Так, у меня нет больше монет. Есть монетка? Дай монетку, слышишь? Нормально, успеваем. Монетка. Где может быть монетка? Монетку надо с кем-то выиграть, с кем-то надо сыграть. Кто любит в игры? Ну, Сфинкс любит в игры играть, больше никто в игры не играет. Ты будешь играть? Ну, это я помню. Кстати, мы его не смотрели. Рука, рука, крокодил. Мне не нравится вот это вот, то, что я не знаю, где монетка. Монетка, монетка. Давай подумаем логически. Монетка, это весы, хорошо. Монетка. Где может быть монетка? Ну, монетку надо выиграть. Выиграть с кем-то. Давай сыграем. С кем-то нужно сыграть в игру. С кем? Может быть, в этом мире где-то монетка валяется? Видишь монетку? Потому что я монетку вообще не вижу. Давай внимательно посмотрим. Может, реально на полу где-нибудь монетка валяется? Как сказать, осмотрим все. Да что ты так? Она, короче, эта лупа подлагивает, когда ее вниз опускаешь. Слышишь, Сфинкс, дай мне монету, алло, я тебе принес два этих, давай сыграем с тобой. Я не вижу монеток. Если ты видишь монетки, то пиши, прям пиши, ори в комментарии. Я не вижу ни одной монеты. Это волчара меня потом убьет, да, или что? Будешь со мной играть? Сыграйте кто-нибудь со мной в игру! Будешь играть со мной? Эй, ну я знаю, у тебя там глаз торчит, давай сыграем. Относится к третьей династии. Недавние исследования утверждают, что эта мумия носит официальное имя Насо. Это мы выясним. Ну нет у меня монетки, серьезно. Ну давай я кину иглу. Давай сыграть. Ну давайте кто-нибудь сыграйте со мной. Я готов сыграть на монету. Только сыграйте со мной. Как вот сюда попасть? Взять монету. А нет монеты нигде. Ждай монету, алло. Это не смешно. Где монета? С тобой сыграть? Давайте играть. Если ты сможешь победить меня три раза, я тебе заплачу. Кто знал? А, ему же скучно было, ему же скучно было. Он же говорил об этом. Давай играть то-то во что. Фигуры ходят на одну клетку вперед или по диагонали. Выигрывает тот, кто первым доберется до финиша или съест все пешки соперника, первый ход за тобой. Ну давай. Так, а как? А, вот. Так.
Если я схожу вперед, он меня съест, потом его съедаю я, он меня съедает, я проигрываю. Если я так хожу, он меня съедает, я его съедаю, он меня съедает, и я все равно проигрываю. И я проиграл. Понял. Надо в центр зайти. Ничего не поделаешь, ты проиграл. Мы можем сыграть снова в любое время, когда ты захочешь. Loser! Сам ты loser! Слышишь, loser! Я не loser! Я просто не понял. Он не объяснил мне правила, толк. Хорошо. Блин, а как-то сложно. Надо как-то ходить в центр. Это, блин, шаш. Он меня съедает, и его съедаю я. Он меня съедает сюда. Но это размен. То есть я хожу, он меня съедает. Я хожу, он меня съедает. Поэтому я хожу вперед. Я его съедаю. Прекрасно. О, это победа. А это победа. Один есть. Так, надо... Ты выиграл? Давай посмотрим, сможешь ли ты победить меня снова. Опять три раза подряд. Короче, я понял, надо ходить с центральной. Скорее всего, он будет... Нет, я думал, он будет ходить на самом деле точно так же. Эх, надо было нижний ходить. Хотя нет, нормально все, смотри-ка, мы здесь прорвались, ему сейчас в любом случае ходить. Я его в любом случае рублю. И потом я просто вот, я просто хожу этим. Ему ничего не остается, как сходить вверх, засранец. А все, ладно. То есть с последней клетки он в любом случае идет в центр. Я просто думал, нужно вот только вот из этого центра выходить. Но это не сложно тогда. Хитрый. Не, я так вот. Я не буду. Он, кстати, тупит. Я не буду дерзить. Я должен обороняться. Он атакует, я обороняюсь. Это идеальная тактика. Все, он меня ходит, я его срубаю. Все, это вообще легко. Это вот. И кто из нас лузер? Кто из нас лузер? Очень хорошо, ты выиграл. Вот твой приз. Мы можем сыграть снова, когда ты захочешь. Даже если ты выиграешь, мне больше нечего тебе дать. Winner. Вот винер это хорошо, лузер плохо, винер хорошо. Так, монетка, окей, я понял, все прекрасно, это... Ой, кто бы знал. Сюда. Да, давай, на, пожалуйста, откройте. Откройся, сезам. Так, нам нужно делать курицу. Да, самое последнее, конечно же. Курица, нет, вот курицу, говорю, вот курицу. С этой штучкой в квадратных штанах. Квадратных. Такие прям квадратные. Чё за рука? Так, нам останется голову, кстати, найти. А голова я не знаю где. Но мы сейчас, скорее всего, положим руку. Нам дадут еще один ключ вот от этой двери. Да. И там мы что-то сделаем. Нам дадут последний анг. Мы его вставим... этой сфинксу, и скорее всего... Здравствуйте, мадамы. Ой, началось! Как это собирается? Что не крутится? Давай начнем с этого. Не крутится центр. Давай подбирать центр. Вот, прекрасно. Эй, ну подожди, ну сошлось же. Издеваетесь, то есть ее тут настолько надо подбирать. Так, и вот здесь сошлось. Вот эти два лепестка и вот эти два лепестка не сошлись. То есть это надо забирать по очереди. О, ёпрасты, я, по-моему, все испортил. Так, ну теперь вот эти два надо поменять на эти два. Как это сделать? Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Сейчас просто крутим. Ну, логически должно это так работать. Вот опять вот эти два. Вот четыре лепестка мне неправильно идут.
надо сперва составить правую картинку. Это логично. Так, хорошо. Вот эту сейчас надо влево тащить. Ой, вот это на самом... Я не вижу целость картинки. Проблема в том, что я не вижу целой картинки. Если бы я ее видел, это было бы проще. Так, давай заново. Мне кажется, я запутался. О, это что? О, я понял. Это нужно шарики прокрутить. Те вниз, да? Прекрасно. Ну, это несложно. Должно быть. А, просто по очереди их все сперва выкатить отсюда. О, как резко! Ну, это намного проще. То есть, и главное, все в кучку собрать. Вот так вот потихонечку. Вот как разнятся загадки, да? Кто тебя заставляет, блин, вертеть вот эти вот картинки непонятные? Кто тебе дают шарики просто прокатить? Ясно. Кто тебе дают шарики прокатить? И чё? И... Это телепорт. Я не понял. А, вон, чё, я понял. Я, это уже, вот это уже заявочка. Это нужно вот сюда все прокатить. Вот это уже не очень легко. Аккуратно, аккуратно, не толпимся. Ну-ка, вздриснули, вот так хорошо. Так, эти уехали. Я думал, они еще вернутся обратно. Это бы было уже ужасно. Какие ненужные загадки уже. И в Египте реально вот такой хренью страдали раньше. Давай, хватит, ну прекращай. Ну это, так, у меня, погодите. Телефон садится. Так, нам нужно их куда? Нам нужно их вот сюда. Ой, как неудобно вертеть вот это вот все. О-о-о! А вот это вообще нелегко. Это прям совсем нелегко. Это надо как-то... Резко? Вот так! Ясно, нет. Ого! А как это сделать? Это нужно резко их сюда как-то загнать. Это так не работает. Как? Я понимаю логику, но я... они так не катятся. А потом еще смотри, какая разводка есть, а? Они не катятся так. Ладно, хорошо, один ушел. То есть это прямо резко надо делать. Прямо очень резко. По одному, ну мы так сейчас весь день тут проведем с вами. И резко! Хорошо. Резко! А, плохо. Сейчас надо резко, очень резко, смотри. Резко! Хорошо, один есть. Моя голова сейчас закружится. Главное резко все делать. Ее нужно делать резко. Вот сюда. Сейчас резко сюда.
Прекрасно. Да когда вы поехали? Просто крутим резко. Да стой, ну не резко надо, понимаешь? Резко нужно, резко крутануть, резко. Вот смотри, вот прямо сейчас, опа! Я понял, кстати, понял. Это намного проще, чем я думал. Куда вы? Вот сейчас нужно просто резко провернуть. А почему? Нам надо было задержаться на секунду, хорошо. На секунду задержаться, говорю. И вот так! Нет, не хотят. Они сталкиваются друг об друга. И не хотят туда лететь. Вот видишь, они сталкиваются друг об друга. Скотина, а. Кручу-верчу, запутать хочу! Так, еще один попался. Еще один. Нет, стой, куда? Что, с ума сошел? Не надо так делать. Аккуратно. Аккуратно. Я надеюсь, это последний уровень, потому что иначе я не выдержу. Ты чё, дурак? Как ты туда попал? Но он не хочет так делать. Вот почему. Я же делаю все резко. А почему? Мышка неудобное управление. Мышки не хватает. Ты понимаешь? Не хватает мышки. Вот прекрасно. Давай по одному. Ладно, по одному будем. Аккуратно, аккуратно, не торопимся. Торопиться не надо. Серия уже получится длинная, поэтому торопиться не надо. Она будет очень длинная. Она будет по длине, как целый стрим. Она будет колоссально длинная. И, короче, иди задницу. Идею мы поняли. Все, я прошел. Я прошел. Ничего не знаю, я прошел. Давай, это мое. Орнамент. Хорошо. И эту я тоже прошел. Вот серьезно, я ее прошел. Все, я знаю, что тут надо сделать. В смысле чего-то не хватает? То есть я все это время чего-то тут не хватало? Ну и ладно. Пошли в задницу, значит. Так вот. А, я не посмотрел. А сейчас будет хватать. Ну да. Ну я, короче, понял. Это все, я выиграл. Ну реально, ну уже час. Ну час, это слишком много час. Надо быстро заканчивать. Опять монет. Опять монетка. А зачем? Зачем орнамент? Монетку я понимаю, зачем. Зачем орнамент? Орнамент. На орнаменте что-то написано? А да, конечно, написано. А как это читать? Как это читать? Ну, сейчас будем проверять. Я понял идею. На орнаменте эти символы нарисованы. Так, змея. А как вот это читать? Ну, давай. Змея, амулет. Цветок, глаз. Наверное, не так. Змея, амулет, амулет. Цветок, глаз, амулет, змея. Давай попробуем. Змея, амулет, амулет, цветок, глаз, амулет, змея. Хренас два. Вот опять же, вот как это читается? Слева направо, справа налево. Змея, глаз, змея. Потом идет орнамент. Хорошо, давай змея, орнамент, змея. Орнамент, орнамент. Цветок, змея, орнамент, орнамент, цветок. Глаз. Орнамент, змея. Нет! Пошел задницу. Серьезно? Ну вот, а как читать? Да я понимаю, что здесь так. Как вот это читать? Слева направо, справа налево. Никто не говорит об этом. Понятно, это псина в тоге со скоробеем. Псина в тоге со скоробеем. Псина. Псина. Псина в тоге со скоробеем. Да не с пипидастром, скоробей. Скоробеем. Скоробей в тоге. Да как нет-то? Вот в этой тоге. Нет опять. Вот в этой тоге. Прекрасно. Вот и третий анг. Серьезно, где там этот сфинкс долбанный? Здорово, сфинкс. Я принес тебе три анха, давай мне башку. По-любому там башка мумии есть. Прекрасно, я не удивлюсь. Вот. И сейчас я ставлю эту башку мумии. И она на меня нападает. И убивает меня, и я умираю. Мумии, мумия. Достижение. Да? Все, ты меня убиваешь?
Вес сердца своего уравновесь, дай меч мне, чтоб свершилась месть, и в сердце снова вселится свобода. Так у меня уравновешено сердце. А, второе перышко надо взять. Гениально, ну вот это... Нет? Не понял тогда. Тогда не понял вопрос. Меч. Ему нужен меч. Где я возьму меч, нахрен? Вот меч нужен. Вот это что-то значит? Надеюсь, что нет. А, глаз положить надо. Это что еще такое? А, это отгадка, я понял, где. Это у сфинкса. Не у сфинкса, вот здесь. Да, это оно. Так, глаз наверху. А подожди, он так не делается. Глаз, анх, змея. Глаз наверху, змея вправо, анг влево. Как вот это вот? А, тут еще по звездам надо ориентироваться. Да подожди. Слева от глаза большая и маленькая звезда. Большая и маленькая звезда. Вот это так. Потом идет змея. И где-то здесь анг. Я понимаю, что это письмена должны собраться. Так, а в центре... В центре вообще нет звезд. Нету в центре звезд. Есть вот здесь большая звезда. Короче, надо было походу в центр ставить скарабея. И тогда звезды сходятся. А это, я так понимаю, для шкатулки загадка. Да, все, она остается, да? Это дурдом, короче. Вот это вообще дурдом. Давай. Как это все убрать теперь? Или это дополнительно надо нажать? В смысле? А. Так, сразу все убираем. Так, нажимаем. Это здесь. Потом здесь вторая. Здесь первая. Здесь первая. Нет, здесь нету никакой. 6 на 7 первая. 7 первая. На 5 вторая. На 3 первая. И на час третья. Все. Дурдом. Ну это, кстати, сложно было. Вот это я прям, да. Вот это я прям посидел. Вот и меч. Это я прям посидел вот сейчас. Вот прям долго так плодотворненько посидел, чтобы вы знали. Это было долго. Вот серьезно, это было долго. Я очень долго не мог понять, что нужно скарабея в центр поставить. Потом, в принципе, решил. Я так понимаю, он сейчас этого на входе чувака завалит и все. То есть, типа, это может быть его мумия брат. Время пришло, ждать пришлось долго, но моя месть будет скорой и непреклонной. Хорошо, спасибо. Я так понимаю, выход свободен. Да, да, ну это было логично, на самом деле, очень логично. Клюка. Ну, а как он хотел? Ну, вот так вот. А при чем тут дети? Сейчас здесь царит тишина. Я медленно иду к большой двери. При чем тут дети в халатах полосатых? Вот, тебе непонятно. Я наконец-то свободен. Я убегаю так быстро, как только могу. Скоро я буду дома, и все будет точно так же, как прежде. Finally home. Наконец-то дома. Ну все, конец получается. All Tales. Все рассказы, собственно,
вроде. Очень долгая серия получилась, очень долгая. Я чуть-чуть там вырежу, она в любом случае будет час. Не знаю. Надеюсь, вы ее посмотрите до конца и поставите лайк, прокомментируйте, там, нажмете на колокольчик, подпишитесь на канал. Все, короче, следующая будет часть у нас уже, скорее всего, Disillusions мы пройдем. Там еще есть новая часть, но она только флешка, посмотрим, возможно, я ее тоже запишу. Прикольная игра, но вот эта серия была очень долгая, очень нудная. И загадки, они легкие, но они слишком запутанные в том плане, что технически их сложно разгадать, понимаешь? Не логически, логически ты понимаешь, как ее сделать, а технически она сложно выполняется, возможно, потому что комп, возможно, игра кривая, я не знаю. Короче, все, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, пишите комментарии, пишите свои игрушечки для прохождения, самые интересные обязательно пройдем, приводите друзей и подруг на канал, подписывайтесь на все соцсети, залетайте к нам обязательно в Discord, также и Лего, и ВКонтакте. Все, ребят, с вами был Бояра, канале, и пока-пока.